Всем привет, с вами Фриз, и я нищий на ютубе. В этом ролике я хочу рассказать о том, что за долгие 3 года моей карьеры на ютубе я ничего не заработал. В видео я не буду жаловаться на то, что я даже, ну, вообще ничего не поднял с моих видео, просто хочу просветить вас, ведь некоторые спрашивают у меня, подключена ли монета на моем канале. Ну что ж, надеюсь, вам будет это интересно, и мы приступим. Так, приступим мы, наверное, с того, что перейдем в творческую студию YouTube и зайдем во вкладку «Монетизация». И я вам покажу то, что она серьезно у меня не подключена. Тут, конечно, добавились какие-то новые требования, но вот заходим в основное, и тут, смотрите, требования. Указано то, что нужно собрать 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, вроде бы за 365 дней. Вот, ну, то есть первое требование я уже давно выполнил, а второе уже, не знаю, вроде бы 2 года не могу никак преодолеть. Пока что у меня 754 часа просмотра из 4000. Но вот, это вам точно доказательство того, что монетизация на моем канале не подключена. Возможно, 3 года это мало для подключения монетизации на канале, но я знаю многих, кто сделал это за короткий период времени и меньше, чем за 3 года. Думаю, что, посмотрев данное видео, вы сможете дать мне какой-нибудь совет, как подключить эту монетку на мой канал. Как-то побыстрее, потому что я вроде бы снимаю, иногда даже и часто, но все равно ничего не меняется. Я даже смотрел видео, то что если стримить много-много, то ты наберешь себе часы просмотров, и все, и подключишь, и все у тебя будет хорошо. Но, как вы знаете, уже давно стримы мне заблокировали, и я жду разблокировки, которая тоже поступает ко мне очень и очень долго. Но я надеюсь, что скоро все наладится. Ну а я буду прощаться, получился такой специфичный ролик, надеюсь, он вам понравился, с вами был Фриз, и всем пока!